против чемпионов мира. И по сумме личных встреч Турция Францию опережает. Так что Франции только побеждать нужно, потому что в случае ничейного результата и победы Турции при 23 очках по личным встречам Турция Францию опережает. Ну а самое главное, что Албания сегодня играет впервые на новом стадионе. Поэтому атмосфера совершенно потрясающая, не в потрясающем состоянии, как мы видим, газон, потому что первое же падение вырвало клочья.